записной книжке Варина упоминается его личный штаб. Аванпост высоко в горах. Вероятно, в районе сосредоточены крупные силы противника, а обломки союзных танков говорят о наличии батальона тигров. Вален, видимо, помешан на безопасности. Впрочем, после предательства в Сиве это вполне оправдано. В связи с этим пробраться в штаб Валена и выследить его будет очень непросто. Он обосновался в развалинах древнего памятника, уходящего вглубь скалы. Меня ждут открытые равнины. Но, похоже, я смогу использовать свою винтовку с горных высот. На всякий случай нужно будет захватить мины. По крайней мере, со мной будет Брауэр. Он хороший человек и надежный друг. Иди по верхней дороге. Будешь помечать мне цели. Теперь только вперед. Мерзнешь? Что? В такой жаре? Вряд ли. Здесь полно работы для снайпера. Хорошо. Люблю работу. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем выдвигаться уже. Наконец-то у нас теперь будет напарник. Будет теперь намного проще справляться с этими немцами. Вон он. Я надеюсь. Вот там. Так, тот, наш напарник как раз разговаривает. Да, и он нам будет помечать цели, смотрите. Это, кстати, круто. Думаю, мы сможем сейчас подойти и ножиком его прихлопнуть. Надеюсь, он не повернется. Стрелять мы не будем, потому что у нас пистолет без глушителя. Да, отлично, у нас получилось. 230 метров до нашей цели. Не так уж и много, я скажу. А здесь, по-моему, везде еще будет пусто. Все разгромлено. Пришло время для велорода. Танки все... Кто-то взорвал. Даже вот непонятно. Танки вот... Кого-то были, немцев или наших. Скорее всего, это немецкие танки. И кто-то здесь разгромил. Так. Тело мы сейчас уберем немножко, чтобы никто не видел. Надеюсь, в углу никто не увидит. Так, думаю, мы сейчас как раз можем подойти и уничтожить вот этих двух немцев. Там, кстати, третий. И тут еще есть один. Блин, как-то он нас заметил. Мне интересно, как. Фу, вот это было круто. Получилось нам как-то выжить. Быстрее сейчас воспользуемся аптечкой. Сейчас нас будут искать. Вот, да, нас уже ищут. И здесь где-то двое находятся рядом, но найти они нас по-любому не смогут. Ну и это хорошо. Теперь мы, думаю, сможем выдвигаться. Еще бы немного нас бы заметил, вот тот, издалека. Ах, блин, здесь машина. Да, тоже фигово. Все-таки заметили, гады. Думаю, спрячемся здесь сейчас. Ёлки-палки. Еще бы немного, и мы бы сейчас сдохли.
быстро аптечка. Патронов. Так, патронов у нас нету. Что у нас здесь? А поиск продолжается. Коррекционные карты подобрали. Так, нужна быстрее большая аптечка, иначе нам сейчас будет хана. Сразу берем, наверное, гранату. Сейчас вот кто-то будет сюда идти, мы кидаем гранату и спокойно их убиваем. Думаю, теперь мы сможем хоть одного убить. Да, отлично. Гранат больше нету, можем уже взять маленькую аптечку пока. Да, вот один уже побежал к нам. Можем его сейчас как раз убрать. Отлично. И быстрее надо вот второго тоже убрать. Супер. И здесь где-то еще находится один. Или здесь. Лучше спрячемся. Бля, он нас заметил. Вот говню, как-то он нас видит. Есть. Фух. Ну, нам надо отсюда сейчас удирать, потому что нас заметили. Попробовать подняться, что ли, сюда. Блин, как-то они попадают на ходу, вот фиг поймешь как. Сейчас мы здесь все обыщем. Что-то у нас здесь находится, снайперская позиция, может быть. Не знаю, стоит нам взорвать эту пушку или нет. Ну, наверное, оставим, пускай. А то сейчас еще сюда подойдет народ тоже и будут нас искать уже. Да, вот идет поиск. Отлично, завершение поиска. Наконец мы удрали. Теперь, я думаю, можем удирать вот не знаю куда, в эту сторону что ли попробовать. Посмотрим по карте. Нет, у нас здесь тупик. Давайте пойдем вот в эту сторону. Здесь как раз никого не будет, я надеюсь. Все, поиски прекращены. Отличненько. Да, мы идем как раз правильно. Именно к нашей цели мы сразу выдвигаемся. Здесь может быть пару немцев. Да, вот уже один есть впереди. А что у нас там наверху? Давайте посмотрим. Снайперская позиция, кстати. Где-то здесь она находится. Так. Не знаю, здесь будем чистить или нет. Народу здесь, конечно, многовато. Отсюда все просматривается. Да, попробуем подняться, наверное, выше. Блин, нас уже спалили. Вот, не повезло-то. Что-то здесь есть у нас? Нет, подняться мы тоже не сможем. Да. А как нам тогда подняться туда наверх? Сейчас сюда кто-то подойдет, будет нас искать, и мы должны здесь подождать немного, пока поиски прекратятся. И я как раз вас обновлю. Итак, друзья, все наконец утихло. Правда, мне пришлось с несколькими разобраться, но... Ничего страшного, все намного лучше. Теперь можно будет намного легче здесь пройти. Человек здесь уже мало. Даже, по-моему, здесь уже никого нету. Точно я не знаю, кто ко мне там подходил, откуда. Но сейчас мы посмотрим. Вроде бы пока здесь я никого не вижу. А вот один есть. Да, сейчас его надо будет... Либо ножом, либо с пистолетом, не знаю, с чем-то грохнуть. Так. Сейчас он, по-моему, повернется. А, нет, не успел.
Отлично. Обыщем его сейчас, посмотрим. Вдруг будет у него там аптечка, я знаю. А, ничего вообще не было. Ну ладно. Так, может заметить меня машина. Нет, все окей. Правда, там уже за пулеметом никого нету на этой машине, я его убил. А вот мы как раз подошли к нашей цели. Давайте поднимемся. Есть. В штаб мы валяно проникнули. Теперь узнать, где найти комбинацию сейфа. Да, зато мне интересно, где мы будем искать. Ну, здесь что-то на столе вот у нас есть. Так, взаимодействовать. А, это, по-моему, уже тот код или карта. Но мы пока немного еще поищем. Вдруг что-то еще здесь мы найдем. Какие-то патроны. Да, вот отлично. Патроны для автомата. 40 штук. Пригодятся. Патроны для снайперки тоже взяли. Ну, что ж, шикарно. Что ж, взаимодействуем. Задание выполнено. Теперь добудьте комбинацию от сейфа. 176 метров. Что ж, пойдем. Здесь тоже, надеюсь, будет пусто. Хотя подождем, пока проедет машина. Она вроде бы здесь проезжает. Когда она проедет, мы уже сможем пройти дальше. Иначе она так нас заметит и будет очень плохо. Так, я заметил одного снайпера. Стоп. Убрали, отлично. Мешать уже не будет. Уже хорошо. Сейчас немного они кипишуют, но ничего страшного. Это для них только полезно. Так, а вот и машинка какая-то. Кстати, здесь куча, смотрите, немцев. Ух ты, она даже сюда подъезжает. О, нет. Вот это жопа. О, вот это мне повезло. Хорошо, что они как раз смотрят в другую сторону. Даже побежали в нее. Да, мне конкретно повезло. Кстати, это что, автошкола, что ли? Какой-то знак непонятный. Ладно. Вроде бы машина здесь проезжать не будет, так что можем выдвигаться дальше. Я надеюсь, здесь у нас никого не будет. Будет пустой домик. И в нем что-то должно быть. Да, вот я уже вижу какие-то боеприпасы. Отлично. И еще один дневник. Замечательно. Не знаю, сходить, наверное... Ходить, наверное, с пистолетом или взять автомат. Ну, попробуем пока с пистолетом. Если что, резко возьмем автомат. Так, здесь как раз какие-то патроны. А вот там и как раз два немца. Одного мы сейчас должны обязательно убрать. Ага, там их трое. Да. Что ж, попробуем пойти, наверное, в обход. А, нет, там у нас тупик. Ясно, тогда будем сейчас вот этих вот убирать. Вот этого сейчас мы уберем. Отлично, прямо в голову. Или даже в шею, вот, не знаю точно. Не, прямо в ухо. И вылетело через другое. Да, вот сейчас они кипишуют. Мы в укрытии, все отлично. Где-то здесь рядом слышно немца. Не знаю, что он здесь делает. Или там мы услышали того немца, который там вдалеке. Такой у нас хороший слух, снайперский. Снайперское чутье. Так, все чисто, отлично. Сейчас они опять будут ходить. Так же, как они ходили, и мы сможем еще грохнуть следующего немца. А вот наша цель, кстати, которая двигается. Нам надо добыть комбинацию от сейфа. Вот как раз, наверное, у того человека. Стоп, остановись. Отлично. Опять в голову.
Ух, этот сразу так кипишует. Что такое? Ага, вот теперь они нас спалили. Окей. Отсюда можем теперь удирать. Даже сможем здесь, наверное, пробежаться. Призрак. Отлично. Сюда сможем подняться? Да, вообще шикарно, смотрите, можно. Вот здесь как раз находится... Что это было? Сейчас он подойдет, и мы его грохнем. Вот это вообще офигенно. Давай, давай, подходи, подходи. Давай, дружок. Ок. Ок. Отлично. Еще один сейчас сюда подойдет, наверное. Хотя фиг с ним. Так, вот 45 метров до нашей цели. Мы еще здесь немного порыскаем, может что-то найдем интересное. Хотя нет, здесь мы уже сейчас выйдем. Выходить нам не надо. Тогда сейчас пойдем вот в эту сторону, где мы видели вот здесь одного. Блин. И он опять же смотрит в нашу сторону. То, что очень печально. Есть, он повернулся. Теперь есть шанс. Упс. Нас заметили. Не нас, а вот это вот тело. Сейчас он как раз подойдет его осмотреть, и мы его также грохнем. Отлично. Все супер. Ну, кто еще хочет осмотреть тело? Вообще шикарно. Вот еще один сейчас хочет. Наверное, он сейчас подойдет. Также мы пока можем обыскать. Ничего не найдено. А у этого что-то есть. Что-то мы подняли. Аптечку, по-моему. Ладно, это круто. Так, блин, он так часто поворачивается. Мы залезли в текстуры. Вот и цель, кстати, вот 40 метров, и она к нам еще приближается. Все просто замечательно. Ага, вот там наверху еще кто-то есть. Мы его, наверное, сейчас грохнем. Да. Отлично, теперь надо срочно отсюда удирать. Сейчас они будут немного кипишевать. И теперь мы еще убьем вот этого, который снизу ходил. И следующая наша цель будет как раз вот это вот главное. Офицер, значит, по-моему. Посмотрим сейчас. Надеюсь, это будет уже последнее наше задание. И на этом мы эту часть закончим. Да, вот он также смотрит в нашу сторону. Все, все чисто. Можно спокойно убирать и вот этого. Шикарно. Выстрел в голову, но теперь нас спалили. Блин, да что ж такое? Встань немного. Есть, прямо в голову. Да, кстати, офицер. Две звезды у него еще. Все. Готово. Сейчас сменим мы быстренько место. Но здесь как раз уже никого нету, так что можно уже спокойно здесь ходить, осматривать, собирать боеприпасы. Опять дневник. Шикарно. Что у нас здесь? А здесь у нас ничего такого нету. Давай, иди сюда ко мне, дружок. Все чисто. Комбинацию от сейфа мы нашли. Теперь следующая наша цель 94 метра. Объединиться с Брауром. Да, кстати, он, наверное, уже заскучал совсем. Один без нас. Надеюсь, здесь как раз никого не будет, и мы сможем спокойно даже, наверное, побежать. Услышан звук. Опс. Нет, значит, здесь кто-то есть. Брауэр. А, все, отлично. Брауэр. Да,
Ты был прав. Видишь? Я же говорил. Брауэр! Вот, блин, нас спалил тигр. Сейчас мы должны будем его завалить. Вот он приближается к нам, 90 метров. Думаю, пока поменяем позицию. Здесь, может, у нас что-то... Да, вот, отлично, как раз дневничок. Больше, вроде бы, здесь ничего нету. Опять какие-то патроны. Ну, думаю, пригодятся. Упс! Так близко, кстати, с танком. Подождем, пока он немного проедет, и мы его быстренько грохнем сзади. Давай, давай, дружок, проезжай. А где у него здесь решетки-то? Ага, все, я понял, по-моему. Ну, давай. Ёлки-палки. Че, назад уже? Подойдем сейчас поближе. Дыхание задержать мы не можем, он наконец-то. Да, 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 вот как раз вот эта вот цель. Упс. Теперь надо обязательно поменять позицию. Иначе нас сейчас грохнет этот же тигр. Так, он пока не тронулся с места, но он нас там ждет. Конечно, сейчас не придем. Когда он повернется, мы опять сзади стрельнем, и он взорвется. Но скоро, я думаю, он должен уже удрать отсюда. Вот он как раз уже, правда, уже повернулся и едет уже в нашу сторону. Да. Так, что сейчас будем делать? Посмотрим, куда он поедет, если повернется к нам задом, то мы сразу стреляем в задницу ему и добиваем, скажем так, упс. А вот теперь он поворачивается в нашу сторону. О, да. Что же мы сейчас будем делать? Мы сделаем вот сейчас вот так. Он будет проезжать. Задерживаем дыхание. И добиваем. Отлично. Блин, да что ж такое? Он же должен уже загореться был. Офигеть. Да, это все очень печально, кстати. Я даже не думал, что он такой жирный. А если мы его сейчас обкружим? Блин, слышно фрицев, как будто они сейчас к нам подойдут. Где-то тронулся, да. Но мы успели удрать. Ну-ну-ну, черт, ты застрял-то. Ёлки-палки. Стоп. Гад, нас там фриц, кстати. А, сейчас, блин, задницу не видно. Здесь мы тоже не увидим, наверное. Будем ждать, пока он вот здесь проедет. И тоже не увидим. Да ёлки-палки. Что ж, мы сейчас поднимемся, наверное, уже наверх. Кстати, здесь где-то должен быть наш друг, по-моему. Вот сверху мы как раз этого танка и добьем. О, кстати, дневник. Недаром мы сюда поднялись. Вроде бы сюда он стрелял, а здесь, смотрите, все целое. Офигеть. Где танчик? Ага, вот. Все, сейчас за деревья. Много он пройдет. И за деревьев, и мы забьем. Есть. Фух. Вау. Офигенно вообще сейчас. Как он загорелся красиво. Все, теперь он должен взорваться. Стоп, почему он не взорвался? Что пишет 80 метров? Ага, там кто-то должен быть, значит, мы сейчас к нему должны подойти.
И как раз у него будет информация, что отвлекает. Ага, вот только что он взорвался, блин, нифига себе, как он долго взрывается. Теперь нам предстоит убить охрану храма. Где она находится? А, вот 200 метров, нифига себе. Возвращаться назад надо. Так, главное, что нас сейчас никто не видел. Блин, здесь еще проезжает сейчас машина. Смотрите, 190 метров до нашей цели. Да, многовато, конечно, но что поделать. Будет очень круто, если мы машину не встретим. А то там этот уже пулеметчик вроде бы едет. И поэтому надо быть очень осторожным. Иначе он нас просто перестреляет нафиг. Да, вот вернуться теперь назад нам надо. Откуда мы тогда первый раз и ушли. Вроде бы пока все чисто. Все идет гладко, никого нету. А вот здесь опять куча народу пришло. Так, как взорвать вот эту вот машину? Давайте сейчас попробуем. Сердце наше успокоится, и мы задержим дыхание и лупанем прямо в двигатель. Отлично. Еще разок надо обязательно. Сейчас опять успокоимся. Отлично. Может даже кого-то сейчас попробуем взорвать, если получится. Сейчас. Взорвется. Грузовик уничтожен. А никого мы не убили. Там же кто-то внутри кипишует. Давай, сердце, успокойся. Надо его быстро нам грохнуть. Есть! Попали, правда, вообще в палец. Это жесть, это просто жесть. Надо же было прям в палец. Вот, блин, удирают гады. Боятся. Да стойте вы просто на месте, я вас быстренько завалю. Ух ты, попался. Еще и в голову, даже я его вообще не видел. Круто. Можем уже, наверное, подойти чуть ближе. Где-то здесь еще орал какой-то немец. Машину сесть жалко нельзя. Я вообще здесь быстренько перестрелял, хотя это без пулемета машина. Жалко. Так, вот кто-то сюда забежал, я видел, но почему-то он не выходит, гад, боится. Спрятался и думает, все, мы его не найдем. Ага, конечно, размечтался. А, вот и он, все ясно. А, там еще один, блин, да что ж такое. Сейчас мы вот этого тогда грохнем. Супер. И еще одного вот этого грохнем, и можно уже будет спокойно. А, там еще один, ёлки-палки. Ух, блин, прямо в глаз. Это жесть. И вот этого сразу без прицела. Круто. Кишечник. Все. Позицию надо сменить. Вам кто-то так побежал, да? Блин, стой. Есть! Наверное, даже в голову. Нет, в руку. Элитные части. Все. Блин, да опять орут и орут, их здесь куча. Ёлки-палки, я уже думал, все. Вот этот получил в голову. Череп. Так, кто-то там лупит. И это, по-моему, в голову. Как у нас получается всегда в голову попасть. Так, здесь, по-моему, еще кто-то. Выстрел в кишечник. Офигеть. А чё ж без замедленного вида? Интересно.
Что, все? Вроде бы уже никого нет, смотрите, мы здесь их перебили на улице. Правда, слышно, что кто-то орет, но это уже, по-моему, поставлено на запись. Здесь уже никого нет. Просто один еще внутри там остался. Что, он разорался совсем? Да, все, чисто, отлично. Можно взять пистолетик. И теперь спокойно зайти сюда внутрь и грохнуть вот того последнего. Да, вот он как раз смотрит в ту сторону. Все. Так. Что же нам делать надо? А, по-моему, подождать, пока все это успокоится. И тогда мы сможем продолжить наше задание. Да. Пока можем пособирать, наверное, патроны, если нам нужно. А, в принципе, уже не нужны, мы, по-моему, задание уже закончили. Все чисто. Ну? Что, нам обыскать надо, что ли, этого? Стоп. Где же наше задание? Убить охрану храма. Ага. Значит, еще где-то здесь один спрятался. Где же он? Вот там кто-то вдалеке, не знаю. Охранник это храма или нет. Скорее всего, нет. Блин, как замечательно там машина, я в шоке просто. Что-то сейчас будем мы делать. Так, стоп, подождем эту машину. Вот она, по-моему, и охранник этого храма. Стоп. Получаю, все, стрелять больше не будет, кто иметь. И сейчас, наверное, взорвем эту машину. Все, водитель удирает. Без этого, без прикрытия. Так, кто-то нас здесь заметил. Куда-то мы попали. И сейчас тоже вот мне интересно, куда мы смогли ему попасть? В голову? Нет. Ой, блин, в почку. Да. Жестковато. Так, еще один где-то здесь спрятался. Ага, вот он. Все видно в голову. Блин, прям в бороду. Первый раз такое. Так, ну что, надеюсь. Вроде бы уже все мы почистили. Вы как считаете? Еще здесь сейчас мы посмотрим. Завершение поиска. Если здесь никого не будет, то охрану храма мы уже уничтожили. А кто-то здесь орёт, блин, я его слышу. Так, все чисто. Ну, открыть сейф. Все, да. Охрану храма мы уже уничтожили. Теперь нам надо быстренько открыть сейф. И на этом, надеюсь, мы уже, да, реально закончим. Это наше последнее задание. Поехали. Der Tigerpanzer. Der Stolz des Afrika-Korps. Забрать тело Браура. Von den Alliierten gefürchtet. Фильм, не знаю, наверное, даже не будем смотреть. Noch wehrhafter Panzerung und все равно noch ничего не понятно, вот там выезжает какой-то. Танк здоровый. Это типа ихний план, чтобы сделать такой танк. Наверное, бессмертный, типа. Ага, вот еще какие-то снайперы подошли. Как раз той пещеры. Сейчас мы тебе в голову дадим. Что-то он слишком долго целится. Раз даже стрельнул, и то промазал вообще. Жесть.
Так, еще один где-то здесь был. Вот это он заныкался и думает, что мы его не найдем. Да ты же сам же вылезешь по-любому. Так, где этот наш браулер? Ага. В принципе, вот в это же место, откуда мы пришли, возвращаемся. Как раз здесь уже точно никого не должно быть. И мы уже здесь спокойно сможем пройти и забрать тело. Да, задание, кстати, очень длинное и нелегкое. Мы же, наверное, проходим 40 минут где-то. Ну, может, чуть меньше. Погода вообще красивая. Графика тоже офигенная. Смотрите, все так классно отображается. Солнце, все четко. Спалил нас, правда, вот сейчас снайпер. Мы когда проходили, и он как-то нас быстренько заметил. Такс, здесь никого нету? Смена позиции успешна. Вот мы уже рядом с Брауэром. Попробуем еще, наверное, зайти вот в этот вот дом. Может, здесь у нас будет как раз дневничок. Не, нет. Кто-то вот лупит, там какой-то снайпер есть. Ух, нифига себе. Такс. Сейчас мы попробуем пробежаться. Вот он здесь как раз наверху. Сейчас мы быстренько... Ага, вот все. Вроде бы. Даже не надо было их убивать. Круто. Да, нашего друга мы похоронили. Ну что ж поделать. Не все же выживут. Кто-то должен умереть. Но мы-то 100% выживем. Мы как главный герой. Так, вот 8-й уровень мы сейчас взяли. Отлично. Ох, даже почти 9-й, смотрите. Круто. 53 сделали убийство. Офигенно. Ну что ж, продолжаем.